Это Seymour Duncan Studio Bass Compressor. Это компрессия-педаль для бас-гитары. И здесь 4 ручки и переключатель. Level управляет громкостью этой педали. Compression выбирает, сколько компрессии. Attack. И здесь blend ручка. И эта blend ручка подмешивает чистый звук бас-гитары к звуку компрессии. И здесь мы сможем выбирать, какие частоты мы сможем подмешивать к звуку компрессии. Mid — это средние частоты, F — это как бы полный звук гитары, и low — это низкие частоты. Я играю на Fender Jazz Bass гитаре и в Apogee Quartet, и послушаем, как чистый звук этой гитары звучит. Thank you.